Доброе утро! И с вами Алена Архипова и Модные советы. Сегодня поговорим про аксессуары. Как часто мы слышим это слово и думаем, боже, ну как же их использовать, их же так много. Но на самом деле польза от аксессуаров огромна. И я вам сегодня расскажу, в чем же она заключается. Первое. Аксессуары проявляют вашу индивидуальность. Да-да, все мы разные, и нету одинаковых людей, как и нету одинаковых, наверное, пар туфель, как мы думаем. На самом деле все разные. И нам иногда кажется, как проявить себя, как быть ярче, интереснее, оригинальнее. Так вот, используйте аксессуары. Второе, что помогают нам выполнить аксессуары. Они на самом деле завершают образ. Очень часто мы с вами можем все подобрать, все красиво, все ярко, но не хватает конкретной детали. И я вам чуть попозже это покажу. Но, наконец, аксессуары – это третий пункт. Позволяют нам моделировать нашу фигуру. Как это сделать? Легко. Например, мы с вами хотим вытянуть и, соответственно, сделать стройнее нашу фигуру. Давайте использовать удлиняющие аксессуары, такие как цепочки или какие-то длинные колье. Может быть, такой вариант. А может быть и такой вариант. В принципе, все подходит. Самое главное – создать эту продольную вертикальную линию, которая нам нужна. С другой стороны, мы можем использовать аксессуары для привлечения акцента к какой-то части нашего тела. Как правило, это очень хорошо работает на том, что, например, нам хочется подчеркнуть красивую зону декольте. Таким образом, мы можем сделать вот такой образ и добавить сюда совершенно яркое, оригинальное и очень интересное колье. Мне кажется, будет вполне симпатично и очень даже универсально. А с другой стороны, мы можем использовать с вами другие аксессуары, такие как броши. Это тоже акцентная часть, и она может находиться как в верхней части вашей фигуры, да, и вашего образа, так и где-то на поясе, так и на рукаве. Не забываем про творческий подход. Аксессуары – очень важная история в этом пункте. Ну и, наконец, аксессуары действительно – это та часть, которая позволяет вам менять ваш гардероб с минимальными вложениями. Скажите, что легче купить – новую кофточку или новую брошку? Я думаю, что на брошке вы сэкономите гораздо больше. Таким образом, не забываем про то, что в нашем арсенале огромное количество разнообразных аксессуаров. Ну а как их использовать, я буду рассказывать далее в следующих выпусках. Хорошего вам дня и помните, быть стильно легко. Главное помнить всего лишь несколько простых правил.